Всем привет! Сериал «Реализация», второй сезон. Краткое содержание пятой и шестой серии. Красовец и бездарь расследуют убийство студентки Ларисы Касимовой. Красовец решает искать преступника в ее окружении. Возможно, это кто-то из ее ухажеров. А еще одна версия – это убийцей девушки мог быть недавно освободившийся из тюрьмы маньяк. Участковому Колпино Губину светит тюремный срок. Отреагировав на сигнал соседей о шумной компании, которая расположилась на детской площадке, он наносит сильный удар ногой одной из нарушительниц, которая к тому же оказалась беременной, и после удара она теряет ребенка. Губин просит у Дениса контакты адвоката. Безногов предлагает красавцу занять должность Галкина, который поступил в академию в Москве. Майор УСБ Наумов узнает, что бывшие зэки Калмык и Бурый готовят покушение на сотрудника полиции. Им оказывается Безногов. Покушение предотвращено, преступники арестованы, но судья их отпускает на свободу. Конечно, Наумов и красавец в ярости от ее решения. У Наумова появляется версия, что покушение на Безногова связано с давним уголовным делом, которым как раз занимались Турбелин и Безногов. Тогда с места преступления исчез миллион долларов. Полицейские находят новый труп девушки, но поиски маньяка заводят их в тупик. Калмыков собирается повторить нападение на Безногова, но Бура отказывается ему помогать. Тогда Калмык его убивает, а сам проникает в УМВД и стреляет Безногова. Чтобы не пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео первыми.